20 июля во всем мире отметили Международный день шахмат. В честь праздника севастопольские любители самой популярной логической игры провели Кубок города на базе детско-юношеской спортивной школы номер 5. Несмотря на летние каникулы, откликнулось большое количество желающих из разных спортивных школ города. Всего в турнире участвует 88 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Это товарищеские соревнования. Мы проводим у нас в Севастополе данный турнир для того, чтобы дети могли активно провести свой отдых в свои летние каникулы, померяться силами, определить, кто из них сильнейший сейчас летом и тому подобное. Это не первенство Севастополя, это просто кубок города Черноморья. Ну, кубок Черноморья. Турнир товарищеский, но медали, кубки и дипломы будут настоящие. Победителей определят в трех возрастных категориях. Финал Кубка города пройдет накануне военного праздника Дня флота. По словам тренеров, соревнования такого формата нужны для того, чтобы поддерживать игроков в тонусе. Не могу сказать, что прям часто они проходят, но и нередко. Примерно один турнир в месяц проходит. Для того, чтобы тренеры проверили, было с чем работать осенью, в начале учебного года, чтобы тренеры смогли правильно подойти к тренировочному процессу и помочь детям исправить свои ошибки и улучшить результаты. Официальные первенства Севастополя по шахматам в разных возрастных категориях запланированы на декабрь 2015 года.